Всем добрый вечер. Традиционно во время карантина я из парка снимаю видео. И сейчас распустились вот эти невероятные деревья. Смотрите, какие насыщенные краски. Вот они такие вживую. Яркий такой насыщенный малиновый цвет. И на земле здесь газон и высажена такая как бы травка, они как ромашки, но это не ромашки, а мелкие. Оно похоже как газонная травка, но вот цветущая. И получается вот такой ковер. Смотрите, как красиво. Сейчас я еще пройду вперед, там есть более такие контрастные деревья. Видите, здесь более такой насыщенный цвет. А следующий более розовый, нежный. Ну, приятная погода сейчас, 16-17 градусов, 7 часов вечера. Вот эти более нежные такие цветочки. Очень красиво. Это дома невероятные, в которых одна квартира стоит по 2,5 миллиона фунта, самые дешевые. Особняки переоборудованы под апартаменты. Вот это тоже такое малиновое. И еще яркие, ярко насыщенный, он такой глубокий розовый, даже с оттенком бордового. Вот такими красками сейчас приветствует в это коронавирусное время в Англии нас весна. Я думаю, что все скоро уже стабилизируется, потому что на следующей неделе правительство будет пересматривать сроки карантина. Уже объявили об этом. Неделю назад исследователи, ну как бы ученые здесь, да, исследователи, у них такое есть слово researcher, это на наш язык, если переводить, это исследователь, но как они, я говорю, как ученые. Вот они предоставили с одного университета, они предоставили отчет, что убытки от закрытия школ, ну, впрочем, в общем, что недостатков намного больше, чем выгоды от всего этого карантина, поэтому вот после Пасхи, здесь Пасха, эти выходные, и после Пасхи получается, вот пятница выходной государственный, понедельник тоже в связи с Пасхой, 4 дня выходных, а потом объявлено, что будет пересмотр официальный карантина, так что я думаю, скоро уже все начнет возобновляться. И вот на таком дереве с такими пушистыми цветами, друзья, я вам пожелаю приятного вечера и будьте здоровы. Всем пока. Увидимся в следующем видео.